Приветствую вас. И тот вопрос, который вы задаете, вы спрашиваете, как поступить в этой ситуации. Вопрос этот разбирается в зависимости от того, чего вы сами хотите для себя. Ну вот, предположим, вам хочется девушку вернуть. И желание это нормально, конечно же. Но какие у вас реально по факту есть возможности для этого? Можете ли вы сделать подобное? Можете ли вы реально ее вернуть? Есть ли у вас для этого необходимые ресурсы? Вот в чем вопрос. Я думаю, что если вы совершили ошибку, и эта ошибка заключается в том, что вы девушку бросили, то для начала необходимо осознать то, что вы сделали не так. Осознать то, что вы восприняли искаженно. Только тогда можно говорить о том, что вы сможете как-то ситуацию исправить. Ведь, судя по всему, до своей девушки вы не смогли донести, что вы действительно ошиблись. Она думает по-прежнему, что вы сделали это по какой-то другой причине. И теперь же вы обижаетесь на нее за то, что она начала переписываться и встречаться с другим мужчиной. Когда по факту вы, так сказать, спровоцировали подобное поведение. Сейчас, когда у девочки эмоции, и она, вероятно, сильно переживает то, что произошло, вам можно и нужно успокоиться. То есть в данный конкретный момент никаких особых действий не предпринимать. Потому что хорошего из этого не получится ничего. Она вряд ли сейчас станет вас слушать, она вряд ли захочет как-то вникать в то, что вы говорите ей, потому что слишком сильны у нее сейчас эмоции. Вам нужно подождать какое-то время, чтобы эмоции чуть-чуть улеглись, пусть она, если хочет, встречается или переписывается с другим мужчиной. Все равно с ним у нее ничего серьезного нет. И потом, когда пройдет немного времени, постарайтесь выйти с ней на связь и обговорить ситуацию. То есть просто для начала начать общение какое-то. Я не говорю сразу просить прощения, извиняться и так далее, просто начать общение вновь. Без претензий, без каких-то обвинений, без требований и так далее. Это очень важно, если вы хотите вернуть свою девушку. И когда общение будет налажено, вы сможете ей все объяснить в тот момент, когда вам это покажется наиболее уместным, в тот момент, когда вам это покажется наиболее правильным, наиболее естественным, вы сможете извиниться перед ней, объяснить ей свою ошибку, свою неправильность поведения.
Если вы верно, хорошо подберете слова, если вы искренне относите ей, что раскаиваетесь, то тогда она, думаю, к вам вернется. Потому что вы правы в том, что говорите, чувства так быстро не проходят. Они действительно не могут внезапно исчезнуть. То, что девушка так быстро начала общение с другим мужчиной, скорее всего, свидетельствует о том, что она хочет показать вам свою независимость, свою неприязненность к вам. И именно поэтому ее поведение в данном случае не стоит воспринимать всерьез, как, например, оскорбительное вам. Ибо ничего такого это поведение не несет. По сути, это есть проявление эмоций, выражение ее эмоций и не более того. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.